В эфире «События». Здравствуйте. С вами Светлана Маршак. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных новостях дня. И в начале выпуска коротко о некоторых темах. День здорового ребенка в новых кабинетах. В 15-й городской поликлинике промышленного района завершена модернизация. Новая школа лучше старых двух. Через два года ученики 126 и 89 объединятся в новом современном здании. История Самарского края от Авроры до Хлебной площади. Маршрут номер 24 проводит экскурсии для жителей города. Бюджет целевой программы «Модернизация здравоохранения» Самарской области на 2011-2012 годы составляет больше 10 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе до конца следующего года должны отремонтировать 104 медучреждения. Сегодня обновленное детское отделение открыли в 15-й городской поликлинике. Пожалуй, это единственное место, где в День здоровья принято вспоминать о болезнях. Годовалый Стас Щеканов уже научился ходить, говорить и даже здороваться за руку. Давай, вот так вот. Вот так вот надо. У обыкновенного, на первый взгляд, ребенка тяжелый диагноз. С приговором по крови, а у малыша фибросаркома, мама Александра давно смирилась. Но руки не опустила, тем более, что болезнь обнаружили вовремя. Современное оборудование 15-й городской поликлиники позволило не только выявить диагноз, но и грамотно спланировать курс лечения. Даже очень хорошо. Мне нравится здесь, как врачи, внимательные, добрые, отзывчивые, вообще со всеми проблемами, только сюда. Новое операционное оборудование, даже регистратуру в целях удобства поместили дальше от гардероба. Руководитель городского департамента здравоохранения Владимир Горячев, кажется, доволен переменами. И кабинеты, и холлы имеют очень приятный вид. Здесь приятно работать, приятно находиться. Чувствую себя в хорошем современном учреждении, что очень хорошо. Такой масштабный ремонт и модернизация в самарских больницах стали возможны в том числе благодаря слаженной работе областных и городских властей. Существенные средства в первую очередь будут направлены на улучшение условий в роддомах и детских отделениях. Делается очень много для того, чтобы на ранних этапах выявлять заболевания или даже факторы риска развития заболевания у детишек и проводить все мероприятия, которые способствовали, вернее, предотвращали бы развитие различных заболеваний. В стадии капитального ремонта сегодня находятся еще 17 медучреждений города. Их обещают обновить полностью уже к Новому году. Ольга Павлова, Владислав Манин, ГИС «События». Минус на улице, плюс в пользу бациллы. Жители Самары стали все чаще болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Только за последнюю неделю простуда подкосила более 5000 горожан. Случаев заболевания гриппом пока в Самаре нет, но врачи не исключают их появление. В том числе и высокопатогенного H1N1, который в народе принято называть свиным. Но и он в последние годы ослабил хватку и стал не опаснее любого другого гриппа. Благодаря работе ученых они включили животный штамм в программу сезонной вакцинации. Он уже в прошлом году снизил свою агрессивность, уже не было таких тяжелых случаев, уже не было таких сильных осложнений, хотя случаи гриппа эти регистрировались, в том числе с лабораторным подтверждением. Чем грозит глобальное потепление жителям планеты? Чего ждать в ближайшие 100 лет засухи или всемирного потопа? Изменение климата стало главной темой для обсуждения на Международной климатической конференции, которая недавно завершила свою работу в Москве. О сюрпризах природы узнали и самарские метеорологи. Белые медведи уходят со льдов на сушу. Жители севера в замешательстве. Убивать занесенных в Красную книгу животных запрещено. Тигры-людоеды и микробы-убийцы – это не название фильмов ужасов, а реалии, которые ждут планету в результате глобального потепления. К таким выводам пришли метеорологи из 33 стран, принявшие участие на Международной климатической конференции. На севере территории России происходит вырастает большая проблема с памятниками архитектуры. Потому что талые подземные грунтовые воды поднимаются, то есть это влияет на фундамент, то есть это вот тоже структура вот того, тех вот древних застроек, архитектуры тоже, в общем-то, под вопросом. И как с ними тоже вот быть в дальнейшем, тоже надо решать. То есть это очень много вопросов с изменением климата. Как приспосабливаться к изменчивому климату, каждая из стран решает сама. Но есть меры, соблюдать которые обязаны все жители планеты. Это сокращение выбросов углекислого газа и бережное использование природных ресурсов. Алена Алешина, Станислав Левин, ГИС «События».
В ожидании снега. Синоптики обещают новые осадки, коммунальщики никак не разберутся со старыми. Сегодня на совещании в департаменте ЖКХ управляющей компании выслушали претензии. В некоторых районах города дворы тонут в снегу, дорожки покрылись наледью, лестницы не чистят. Но еще есть шанс реабилитироваться, если встретить новые снегопады во всеоружии с дворниками и техникой. Когда принимался жилищный кодекс, предполагалось, что придет частник, он будет там работать. Но, как мы знаем, частник, как правило, не работает, а делает нечто другое. Поэтому состоялся такой, может быть, не очень приятный для некоторых компаний разговор, где мы четко, жестко требуем, чтобы территории были надлежащим образом убраны. За работой управляющих компаний внимательно следят. В департаменте разработали критерии, по которым будут оценивать их работу. Результаты озвучат в средствах массовой информации. Через 10-15 лет в России может не остаться слесарей-сантехников. Такие пугающие слухи ходят в интернете. Молодежь в эту профессию не идет, а старшее поколение рано или поздно уйдет на пенсию. Так ли это на самом деле, решила выяснить Любовь Коренева. Новая квартира встретила Ирину разгромом. Пришлось сделать ремонт. Тут хочешь не хочешь, а освоишь рабочую профессию. В ванной рядом с шампунем давно поселились отвертки, плоскогубцы и разводной ключ. Вообще, по идее, это вот так и вот так. Все. Работу попроще Ира делает сама, но с текущим краном связываться все-таки не рискнула. Сантехника тоже вызывать не собирается. Ну вот что, отец, воду я тебе перекрыл, не вздумай снова открывать. А когда откроете? Не знаю. Второй месяц на складе прокладок нету. Ну что же делать? Думай, а то ты... Астроном, чтобы думать. Сантехник – это пьяница и бездельник. Если и починит кран, то потом все равно переделывать придется. Такой вот стереотип сложился еще в советское время. Но лет через 10 найти специалиста, даже такого, как Афоня, не получится при всем желании. Уже сейчас в ЖКХ людей моложе 45 надо поискать. Год-другой на пенсию, а молодежь в профессию не идет. Быть слесарем, сантехником, сварщиком стало стыдно. Владимир Расторгуев уже 40 лет обучает токарей. Раньше выпускал по сотне специалистов в год, сейчас от силы 30. Не будет токарей, не будет самолетов, не будет лодок, не будет ничего. Токарь делает в основном основной процент деталей, которые применяются в машиностроении, промышленности. У женщины с романтичным именем Анжелика совсем не романтичная профессия. Она преподает слесарное дело. Студентов своих держит в кулаке и лучше любого мужчины разбирается в деталях. Говорит, хорошо, если хоть кто-то из этих мальчишек пойдет работать на предприятие. Стоять 8 часов за станком за 12 тысяч рублей мало кто согласен. В Союзе работодатели хватаются за голову. Заводы требуют молодых специалистов, а их катастрофически не хватает. В первую очередь, непрестижность профессии. Быть рабочим человеком сейчас невыгодно. Если заработная плата наша, рабочего человека, будет равна средней заработной плате финансовых работников, то тогда мы наверняка будем обеспечены и рабочими специальностями. В группе Анжелики Валерьевны за станком корпит Петр Фролов. Его отец работает сварщиком за границей. Там и профессию больше уважают, и денег больше платят. Поэтому Петя хоть и пошел по стопам отца, но вряд ли будет работать на самарском заводе. Любовь Коренева, Алексей Золотенков, ГИС «События». Патриотическую воспитательную работу обсудили на 4-м пленуме ветеранских организаций. В заседании приняли участие представители областного парламента и городские власти. Воспитать тех, за кем будущее страны. На 4-м пленуме ветеранских организаций Самарской области главным вопросом стало патриотическое воспитание молодежи. В этом году почти вдвое увеличилось количество школьных музеев. Если в прошлом году их было 190, то в этом стало более 360. Проводится встреча со школьниками и студентами. Результат налицо. И возрождение общественных организаций молодежных. Это говорит о том, что идет консолидация. Второе, значит, то, что ученики, школьники получают от ветеранов какую-то информацию, это является сохранение, так сказать, истории нашего государства. Однако нужно менять формат встреч, уходить от классических уроков мужества, считают ветераны. Предложили показывать театрализованные представления и документальные фильмы. Также участники заседания обратились с вопросом к представителям власти, почему Самара до сих пор не имеет статуса города трудовой и боевой славы. В декабре месяце на ассоциации городов Поволжья мы принимаем решение и выходим с инициативой на федеральный уровень, а сначала создание такого звания
орден труда, город трудовой славы. С такой инициативой мы выйдем в декабре, и я очень рассчитываю, что нас поддержат все города Российской Федерации. Мы добьемся здесь решения. Алексей Кнор, Иван Карпов, ГИС, события. 400 боевых вылетов, 51 воздушный бой и 20 сбитых вражеских самолетов. Летчик-истребитель Вадим Фадеев, герой Советского Союза, прославил родной город на всю страну. Сегодня на стене дома, в котором он жил, появилась мемориальная доска. Ершистый и непричесанный, так говорили современники о герое Советского Союза Вадиме Фадееве. Летчик-истребитель, наш земляк, жил в доме номер 38 по улице Галактионовской. Сейчас из семьи Фадеевых здесь никого не осталось. А соседи очень смутно помнят и самого Вадима, и его родителей. Идея создать мемориальную доску принадлежит ученикам школы номер 3, которую носит имя героя Советского Союза. Работали 3 года над социальным проектом «Воздушный Витязь в наших сердцах». Одним из этапов было открытие зала памяти в школе имени Фадеева. Мы повесили на улице Фадеева, где стоит наша школа, баннер с информацией о его подвиге. И вот завершающим этапом как раз должна была быть вот доска мемориальная. 2 недели назад на улице Фадеева появилась информационная доска. На ней сведения, кто такой Фадеев и почему улица носит его имя. Самаре есть чем гордиться, и очень важно, чтобы эту гордость вместе с нами разделяла как можно больше людей. Еще 17 улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, тоже отмечены такими информационными досками. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, ГИС, события. Депутаты городской думы решают, как быть с аварийными школами. Из-за плохого технического состояния 5 самарских учебных учреждений в этом году так и не открылись. Детей распределили по другим образовательным учреждениям, но долго учиться в тесноте не придется. Школы будут строить. Сейчас 89-я и 126-я школы закрыты. Детям приходится скитаться по другим школам Кировского района. 89-я ремонту не подлежит. Но без крыши над головой детей не оставят. Депутаты Гордумы считают, нужно строить новую школу. В 2013 году современная «Альма-Матер» будет готова. В настоящее время департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара ведется предпроектная проработка строительства здания новой современной школы на участке МОУ-школа 89. В новом здании хватит места и для учеников 126-й школы. Аварийная 126-я школа пустует уже 2 года. И школьники сюда больше не вернутся. Даже если в здании сделают капитальный ремонт, использовать его как школу не получится. По новым санитарным нормам небольшое двухэтажное строение сможет вместить слишком мало учеников. Будущее 60-летнего здания уже распланировали. Я думаю, что добьемся, отремонтируем. Там очень много, рядом есть у нас дополнительных образовательных учреждений. Это клуб «Ирбис» большой, которым нужно расширяться. Может быть, в перспективе туда и перевести часть клуба «Ирбис». Еще 2 проблемные школы в этом году вернулись в строй. В начале октября после капитального ремонта открыли 95-ю кадетскую, а в конце ноября в родные стены вернутся ученики 27-й. На ее ремонт из городского бюджета потратили 18 миллионов рублей. Марина Кравцова, Борис Смеловский, ГИС, события. Глава города сегодня говорил с учителями о насущных проблемах. Главные темы встречи – нехватка кадров и очереди в детские сады. Тему продолжит Алексей Захаров. Кадры решают все и нуждаются в резерве. 47 самарских педагогов в этом году захотели стать директорами про запас. В будущем они займут руководящие должности. В резерв отбирали лучших из лучших – школьных учителей и детсадовских воспитателей. Один из кандидатов в детские сады – это мужчина из 32 человек, которые прошли по этим формальным признакам 5 мужчин. Целых 5 мужчин. Это достойно. Воспитательниц детских садов такая статистика не радует. Мужчины не хотят работать с детьми. Зарплату педагогам областные и городские власти в этом году повысили на 30%. И все равно отток педагогов из муниципальных детсадов в частные огромный. Доходы там в 2 раза больше. Вдобавок администрация Самары планирует выдавать субсидии частным дошкольным учреждениям, которые есть чуть ли не в каждом дворе. Мэр заявил, что все вполне закономерно. Такие организации сокращают очередь в детские сады. Поддерживаем тех все-таки учреждений, которые имеют лицензию. Наверное, это справедливо и разумно. Запрещать, как таково, не создав условия, да? Ну, сколько раз мы в нашем государстве так поступали? Что-то запрещая, не создавая условия. Ничего хорошего из этого ведь не выходит, правда?
Частные дошкольные учреждения – это не решение проблемы очередей в детсады. А вопрос острый. В этом году городские власти работают по нескольким фронтам. Создают дополнительные группы, возвращают детсады в муниципальную собственность, открывают семейные группы. В следующем году будут возводить новые учреждения. По строительству уже готовят 10 площадок. Алексей Захаров, Мурат Гасанов, ГИС, События.